А прямо сейчас в нашей студии появилась, ну просто, мне кажется, такая будущая королева красоты. Ну, принцесса, это совершенно точно. Инга Махмутова, это воспитанница цирковой студии АП. Она не только красавица, но еще и умница, умеет делать невероятные просто вещи. Давайте посмотрим. Я вот в такие моменты хотел бы сказать, где мои 10 лет, но я боюсь, что я в свои 10 лет вот вряд ли бы так мог гнуться красиво. Я тебе больше скажу, я в свои нисколько лет так гнуться не умею. Инга Махмутова, воспитанница цирковой студии. Инга, ты молодец. Надежда Бочарова, художественный руководитель цирковой студии АП. У нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Так, Инга, ну рассказывай, как давно занимаешься? Занимаюсь год. Год? Да. За год уже так вот научилась? Ну, потому что я еще дополнительно занималась, и я очень долго этот номер готовила и очень хотела выступить. Каждый день тренируешься? Ну, сейчас нет, потому что у меня проблемы с желудком немного. Но скоро я буду опять каждый день заниматься. А ты вообще вот как попала вот в цирковую студию? Ты вот мечтаешь связать свою жизнь с цирком? Нет, я хотела... Вначале я увидела эти веревки. Я хотела сначала на них, но потом я когда в первый раз пришла в цирковую студию, я тогда увидела, как остальные ребята занимаются. И, ну, я сейчас не очень сильно хочу, а наоборот, больше хочу на столе заниматься. Что ж, спасибо большое. Тебе удачи желаем. Ну и увидим, может быть, правда, где-нибудь вот... на, так сказать, больших аренах цирковых. Надежда, скажите, как вот, собственно,
есть ли талант у детей? Ну, в смысле, вот любой может прийти ребенок, привести любого ребенка можно, и, соответственно, как бы из него можно воспитать звезду циркового искусства? Или, ну, есть определенный талант? Угу. Ну, вообще, конечно, мы ждем на пробные занятия всех. Любой человек нам может записаться от мала до велика. А дальше уже на пробном занятии мы смотрим вообще подготовку. Обычно мы берем всех, потому что у нас многообразие жанров. Мы можем учить как гимнастическим упражнениям, так и жонглированию, так и езде на одноколесном велосипеде. Поэтому вообще любой человек может заниматься и посвятить свою жизнь цирковому искусству. Вот. Но самое главное, чтобы человек был решимый, чтобы он был целеустремленный, тогда обязательно все получится. Вот, главное — спасибо. Верить в свои силы. Спасибо, вы можете мне научить жонглировать? Конечно. Вот у меня реально мечта детства. Все, вот мы будем ждать, когда в эфире Саша будет жонглировать. Хорошо. Я прямо запишу этот день в календаре, обведу. Спасибо вам огромное, вам новых успехов и хороших трюков, чтобы всегда было к чему стремиться и чтобы все получалось.